чем я занимался. Имею в виду, что все подсунется. Костюмчики, мы очень много выступаем, можете обратить внимание, наши детишки выступают на конкурсах и международных, и междугородних, мы выступаем в Москве, в Екатеринбурге. А это все наши заслуги. Вообще не удобно получается, да? Вообще, на самом деле, очень много наедений. Кто вообще инициатор? Кто придумал? Показывайте пальцы. Это маленькая я. Понятно. Вот. Ну, вы все скромны, я знаю, я не первый год общаюсь, на самом деле. В 2016 году сначала существовали как танцевальная студия, потом начали развиваться дальше, поняли, что творчество не имеет границ, и теперь имеем и театральную студию, и сегодня вот так случилось, что мы вместе с вами одновременно выступаем. Свое выступление. Мы показываем экспериментальный пластический спектакль о жизни мексиканской художницы Фриды Кало. И вот сегодня здесь... Который очень... у вас как раз вот сейчас. Да, это наш талисман теперь. Да. Ну, кто, как не инклюзивная студия, должна рассказывать о таких сильных людях и показывать... Ну да, которым пришлось не сладко, кстати. Очень даже не сладко. Поэтому здесь у нас сейчас красимся, готовимся к выступлению и будем сегодня выступать. Как вы заранее послушаете. У нас все строго. Ну вы как, а вы что, для настроения, что ли? Или как-то рано подняли? У них очень строгий руководитель просто. Заранее. Опять не будем пальцем показывать? Конечно. Пройдемся дальше в нашу мастерскую. Давайте. Да. Знаете, к чему? Я к тому, что просто когда я работал, скажем так, нырнул в большую компанию Натальи Водяновой, обнажённые сердца. Я бывал частенько на круглых столах, общался, вот, и перед каждым концертом общался с родителями, с детьми тоже, ну, с различными особенностями. Вот, мы все, повторяю, подчеркиваю, тоже с особенностями. Я тоже отличаться умею, отличился тут недавно. Вот, поэтому, конечно, здорово. Есть чем заняться, когда есть куда отвлечься, когда есть в чем расти, на самом деле. Особенность нашей студии заключается в том, что у нас здесь занимаются целые семьи. Мы привлекаем и маму, и папу, и они становятся полноценными участниками. И другие ребята без инвалидности тоже приходят к нам, с удовольствием, не являясь никакими волонтерами, занимаются наравне. Если честно, я так и подумал. Потому что на огонек-то, на костерок-то все хотят прийти. Ну, особенно да. Если там и человеческое тоже не чуждо. Знаете, поэтому где очень даже хорошо, конечно. Вот. Что, детишки, там. Подарки дарить будем? Ну, не знаю, правда. Милочка, да. Сонечка. А это удобно? Сонечка, ну они так готовились. Это Матвей, наш самый главный болельщик. Он у нас болеет за футбольную команду «Крылья Совета». Матвей, идем знакомиться. Привет. Здорово. Здорово. Но музыка музыкой, наверное, не увлекаешься. Матвей, как ты увлекаешься музыкой, расскажи. Матвей у нас и поет, и играет на синтезаторе. Вот вообще обладает фундаментальным барабаном. Давай подарком, да? Это ангелы мне, да, подарили? Спасибо. Ангел милосердия. Спасибо вам большое. Спасибо, Матвей. Поехали. Идем. Ульяна. Ульяна подготовила для вас такое дерево счастье. Так, вот это я уже знаком, да, с деревом счастья. Дядя Дима, спасибо большое. Спасибо большое, Ульяна, да? Ульяна. Спасибо. Ну, я желаю, чтобы вы таких сделали еще много-много разных красивых, очень больших деревьев. Ульяна у нас не только участница, она еще проводит мастер-класс. Вот интересно, тот, кто вот делает дерево счастья. Тоже же должен обязательно быть счастливым и стать счастливым, правильно? Обязательно.
Правильно? В данном случае сапожник с сапогами, все. Я вам этого искренне желаю, правда. Сонечка, дари свое сердечко, малыш мой. Идем. Идем, мой хороший. Дари сердечко. Ну, набежали, скажут люди, да, с камерами тут фотографируют, снимают. Я тоже не всегда люблю их. Начинается. Ну, понимаю, что это как бы бич времени. Молодец, вот. Это эволюция. Куда не деться. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. Еще хотим подарить вам такую волшебную корзиночку. Мы ее изготавливали практически всей студии. Я не знаю, мне прям настолько приятно. Мы хотим поделиться с вами частичкой своего творчества и волшебства. Спасибо. Дмитрий, возьмите, пожалуйста. Это вам конкретный букет. От нас от всех. Спасибо большое. Это Олечка, педагог нашей студии, молодая мама. Но у нас между концертами умудряется еще и детишек рожать. Так что мы все абсолютно активные. Ну да, сквозь все-таки вот этот вот несколько напряженный, мне кажется, сегодняшний день. Вот, я не знаю, с чем это связано. Наверное, будем говорить с погодой. Okay. Остаетесь с людьми и двигаетесь. Не хочется говорить общие фразы, а просто, не знаю, вы же заражаете все-таки других людей тем, что можно жить и так. Можно жить, на самом деле, друг друга не предавая, а вот как-то даря хорошие мысли, эмоции, не знаю, общение. Иногда общения просто не хватает даже. Людям просто общения не хватает, замыкаются в себе, знаете. А вот здесь можно, мне кажется, и разговориться, и каким-то образом просто стать ближе, я не знаю. И родители между собой, наверное, дружат, общаются. Конечно. У нас здесь одна большая семья. Это же получается просто разрастается, как в хорошем смысле. Дерево у нас такое. Да, дерево. Вот. Обитают ветки новые. Но это совсем необычный букет. Там есть конфетки сладкие. И когда вам будет, если вдруг грустно, одиноко, то можно сразу поднять себе сахар. Совершенно верно. И загадать желание, потому что такие конфетки, они всегда... Делают так, чтобы ваши мечты, желания сбывались. Спасибо. А ты стесняешься или будешь дарить? Да, буду. Там пакетик. Ну, у меня тоже, на самом деле, для вас есть тоже подарок. Я иду. Мы сейчас пойдем в большую комнатку, чтобы все места хватило. Да. Что вы там сумели такие... создать. Анюта, что ты там сделала? Мышонок. Это из резиночек коала там. А. Коала? Да. А вы слышали, как коала кричит? Нет. Очень непосказочно, мы совсем не так мы себе представляем этот персонаж. Кричит очень мощно и даже покажется, что не коала, а какой-то слон. Да, она, кстати, похожа. Да, зато она прекрасно обнимается. Я недавно просто это увидел, и извините. Недавно увидел и прям как у мире я жил, я даже не знал, как кричит коала. Спасибо большое. Пойдемте. Все это будет у меня. Да. Спасибо еще раз. Спасибо. Очень хочется, чтобы встреча носила не какой-то, знаете, прям характер такой поверхностный. Но, ребят, на самом деле я не первый раз сталкиваюсь, не первый раз общаюсь и не первый раз. Ну, нахожусь и с камерами, и без камер в подобных ситуациях. Вот. И этот опыт у меня есть. Спасибо большое. Вам спасибо. Приезжайте еще. Такая добавила. Начиная от того, что я был хулиганом на улице, вот, а потом, значит, как-то музыка меня раз и затянула, понимаете? Вот я знаю по собственному опыту, это не просто
ради красного словца. Так оно и есть. Пришел, влюбился. Мы играли пироголези, я помню. У нас в городе часто выключали свет по вечерам. Вот. Не могу сказать, что в полевых условиях мы жили, но это была кабардино Болгария. Вот. И мы, значит, со свечками разбирали партии, пели на 6 голосов. И то есть это настолько резонировало, что, я не знаю, я настолько это увлекло все. И теперь без нее представить жизни себе не могу. Все на самом деле происходит тогда и закладывается в юности. На самом деле точно, абсолютно с вами согласен. Да, да. Да, да, да. Поэтому мы пришли в вами любовь с самого раннего детства. Вот, ну что же, сахарные вы мои. Хотели вам показать свою мечту, как площадка детская, инклюзивная, да, на которой могли развиваться ребята, а не только творческие. Знаете, я множество, на самом деле, вот говорю откровенно, абсолютно, я множество перебрал площадок в голове различных, конечно, понимая вообще, что я смогу потянуть, вот, и мое обещание, я хочу его выполнить. На самом деле, я это сказал, я это сделаю, и у меня, кстати, вот есть, у меня одарили подарками просто, конечно, если я чувствую, прям, ну, прям не то, чтобы обязан в том случае. Вот, но давно. Вот сертификат, на самом деле, на 1 миллион рублей. И если это все, ребят, вам прям по весне, не знаю, зимой, когда вы только посчитаете нужным, ну, пусть по возможности приносит пользу и радует. Да, вот. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Правда, и пусть, я не знаю, кто-то думает, что замаливание грехов. Да, на самом деле, в какой-то степени извиняюсь перед Самарой, это точно для меня важный момент. Я думал, каким образом я могу быть полезен, вот, и мне показалось, что то, с чем я был связан до самарской истории, и неоднократно, повторюсь, встречался с инклюзивными центрами, вот, и с родителями, да, и снимал клип «Не молчи», да. И один из первых он был показан на Первом канале, но это, наверное, не скромно об этом говорить, вот, но просто к тому, чтобы человек все-таки становился более, ну, скажем так, образованным в этом смысле, чтобы он понимал, что все люди, все мы существуем и живем на Земле, вот, как бы нас сблизило. Понимаете? Ну и никак не противоречит мне совершенно. Я всегда был, я остаюсь как бы с трепетом души. Вот, спасибо. Наша площадка предполагается здесь, около нашего домика, в этом районе. Администрация подхватила эту идею с радостью и задумывали очень давно, поэтому это очень большая помощь, которая поможет быстрее ее осуществить. И вполне возможно, что мы сможем сделать целое пространство инклюзивное, именно пространство городское. Потому что что такое инклюзия? Инклюзия – это вовлечение людей с инвалидностью в активную жизнь. Но все воспринимают это как-то… Ознакомление других людей. Где-то отдельно. А мы хотим создать такое пространство, где действительно все будут вместе, будут гулять по пешеходным, по тротуарам. Инклюзивность – это еще и образование. Да. Образование других людей. Это, наверное, иное мировоззрение. Конечно, формирование иное мировоззрение. Вот, за счет какого-то насильного действия. Вот. И если будут там собираться там, дети, обычные дети, особенные, это, конечно, даст какую-то синергию. Мы планируем делать это пространство, где будут взрослые дети, и все будут вместе, и все будут счастливы, и снова будем да. А я вполне даже себе не буду. А мы вполне даже себе будем счастливы. Спасибо вам большое. Спасибо. Ладно, спасибо, кстати, администрации тоже, что это. Потому что это спасибо. Все-таки земля. Да, в Минстрансе на самом деле очень. Все-таки земля. Да, там и коммуникации. Мы сейчас занимаемся тем, что мы пока не рассматриваем возможности. И какой это банк. У нас есть замечательная традиция, что все, кто имеет отношение к нашему домику, отправляются со всей цветной ладошкой. Мы хотим, чтобы вы поучаствовали в нашем флешмобе. Свой свет на стене нашего домика. Ох, если бы знали, сколько ладошек я уже оставил в центрах. Много. Ну да, пусть. Но пусть.
Поэтому, пожалуйста, у вас все. Причем без перчаток оставляем. Да. Это оранжевый, правильно? Нет, нет, все в порядке. Так, точно готовы на голову. Левую руку, да? Нет, я ставлю. Так, мне вот сюда, думаю, сюда. Можно даже кисточкой просто более на месте. Может быть, а мы сейчас там бумаги. У нас же творческая студия, да. У нас все умеют кисточками. Кисточки мы откроем секрет. Тоже мне заборы красить. Серьезно? Мы вас позовем на площадку. Ух, сколько было заборов в нашей жизни. Сколько было заборов в нашей жизни. Так, ну мне не так маленькая. Может, кисточка? Мы разнесем кисточкой. Давайте вот. Смотрите, а куда будем? Вот на этот лист? Нет, пока на стену будем. Прямо на стену. Вот для вас здесь прям смотрите, радость. Давайте висит. Вот весь кисточкой, вот прям по руке. Что? Да. У нас прям творческий процесс пошел. Да, очень красиво. Давай. Тоже не менее интересно, чем собаки. Ну, покажите нам. А вы там сюда покажите, и туда, и сюда. Все покажем. Сейчас будет пока интрига небольшая. Раздельными, правильно? Видите, какая рамочка у нас большая. Ну что, наверное, в общем-то, вот эта пальчика. Так, как думаете? Все, я готов. Как маляр. Я готов, да. Рамочку. Сюда? Да. Когда закрасите, признавайте. Не, никогда. Только если лаком. И оставьте себе место для автографа. Спасибо! Добро пожаловать в нашу инклюзивную семью. Спасибо. Спасибо, что давали мне столько авансов. Подарим вам нашу песню, да. От всех участников нашей студии. Отпустим вас по настройке, потом вы фотографируете. Есть Малиба Фюга. Тогда поворачиваемся все к нам. Детки наши уже готовы. Yeah.
Оля вообще музыкант. Тут и движение, и все, что будет важно. Да, почему униформа. Да. Он еще болельщик нашей команды Клавесовет. Да. Да, выскочили, да. Слушайте, ну вы все равно такие прям стремящиеся, с удовольствием делаете, поете прям. Не увидел ни одного лица безразличного. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Давайте как-то по возможности, я не знаю, как-то, наверное, думать о хорошем, верить в лучшее. Голова наша, это будет все приближать. На самом деле, я давно заметил эту закономерность, правда. Что в голове, то и в жизни, 100%. На что себя настраиваешь, что и происходит. Вот. Иногда, конечно, ступаешь на ложный путь, такое бывает. Вот. Но главное не терять себя прежнего, которого ты помнишь. Того, человека, с которого все начиналось. Вот. Не забывать его, вот этого маленького человека. Вот. Я много об этом говорил вообще и на голосе, и когда находился, и вообще, когда общался. Я правда говорю, уже много чего понял в этой жизни. Вот. Спасибо вам огромное. Спасибо. Давайте общую фотографию сделаем. Давайте как раз пока так все стоите, общую фотографию. Ребят, подтягивайтесь, кто это? Господа, давайте чуть-чуть надо. Заденьте, еще на фотографию вошли. Все, внимание, посмотрели на меня, не моргая. Улыбнулись, повеселее, повеселее, повеселее. Руками помахали. Отлично. Сделали?